Пенсионеры Югры начали получать единовременную выплату. Первые перечисления поступили 2 сентября. Назначить социальную поддержку в размере 10 тысяч рублей предложил президент России Владимир Путин. Выплаты полагаются в том числе и работающим пенсионерам. Средства зачисляются на карты системы МИР и банковские счета. Тем, кто получает пособие на почте, единовременную выплату доставят вместе с пенсией.